Путь влюбленных к счастью – это головокружительный бег с препятствиями, ритмичная борьба с обстоятельствами, эмоциональные противоречия с родственниками. В общем, именно то, что необходимо балету, чтобы посмеяться над всем этим, но и отпраздновать счастливый финал. И все это в избытке есть в самой знаменитой балетной классической комедии «Балете Дон Кихот», который вновь на белом коне въехал на историческую сцену Большого театра. Разумеется, Санчо Панса на ослике был рядом. Этому балету почти 150 лет. В Большом театре он был показан около 1000 раз. И вообще, в Москве к нему отношение особое. Хотя бы потому, что это единственный великий классический балет, родившийся не в Париже и не в Петербурге, а здесь, на исторической сцене Большого театра. И теперь можно смело сказать, Дон Кихот, Санчо Панса, Китри, Базиль и компания вернулись домой. И артисты, обожающие этот балет, могут дать волю эмоциям. На мой взгляд, получился роскошный спектакль. Роскошный, который не может себе позволить ни одна труппа мира. Только Большой театр. Я поздравляю Большой театр, что самый любимый спектакль зрителями «Дон Кихот» будет по-прежнему невероятно любим, потому что он еще и очень красивый спектакль. Красивый, роскошный, любимый. И уж точно любимый по обе стороны рампы. Занавес закрылся, а зрители неистовствуют. И не отпускают Китри, Марию Александрову и Базиля, Владислава Лантратова. На самом деле, для меня было сегодня удовольствие танцевать именно на исторической сцене Большого театра, именно с этим залом, потому что этот спектакль я еще не танцевал здесь, весь спектакль. И, конечно же, это серьезный шаг в моей карьере. Не каждый может сдюжить и пережить весь спектакль здесь. Это правда. И, конечно же, многие сравнивают. А что изменилось в новом «Дон Кихоте»? Ведь зрители увидели новую редакцию, которую сделал Алексей Фадеичев. Надо было немножечко обновить спектакль, чтобы он выглядел по-другому, потому что та редакция была тоже в свое время очень интересной, хорошей, но здесь другой художник, по костюмам, это Элементали, Зайцева как бы, и немножко другое действие. Танцы Горского, Петипа, Захарова, Голизовского, это как бы микс всех танцев. Мой вклад здесь как хореографа не очень большой, потому что скорее эта редакция, это создание такого спектакля, которого не было до этого. То есть он сводится к тому, что действие идет в таком порядке и так, что оно не прерывается, оно и движется как бы в одном динамичном ритме. Раньше такого не было. Сейчас это вот выглядит так. Декорации и костюмы действительно абсолютно другие. Поэтому и сценический мир, в котором рыцарь печального образа путешествует и помогает влюбленным, стал другим. Но что заставило художников изменить визуальный образ балета? Наши прекрасные танцовщики, конечно. Наш балет, тот энтузиазм, с которым они танцуют этот спектакль, и то, как они это любят, сколько в этом жизни, пульса, вот это все. Хотелось, чтобы это был живой спектакль и в костюмах тоже. Поэтому все сделали заново. Художник по костюмам Елена Зайцева для каждого героя придумала новый костюм. И вдохновила ее Испания, колорит и эмоции этой страны. Конечно, эпоха, конечно, Испания, конечно, Возрождение, и Сервантес, и все это вместе. Я не могу сказать, что что-то отдельное, определенное. Хотелось площадь Барселоны сделать вот пульсирующей, живой, всех разных, как просто вот месиво людей, которые там танцуют, веселятся. Испанию вернуть, потому что в какой-то момент немножко костюмы превратились в театральные в старом спектакле. Они уже не такие испанские были, нет того испанского кайфа у них, что ли. Ну и дворец тоже должен был быть шикарным, испанским. Испания, наверное. Одним словом, Испания.
А в Испании страстные испанцы и испанки, южный темперамент, эмоции через край. Зрители ждут легкости, стремительности, завораживающей магии танца. И все это они увидели в обновленном «Дон Кихоте». Но самое главное, они увидели всю балетную труппу, которая, казалось, ликовала, исполняя на сцене своих героев – цыган, горожан, посетителей таверны, уличных танцовщиц и дриад из сновидений «Дон Кихота». Что же говорить о солистах? Эмоциональный подъем и безупречная техника казались самым естественным, что только может быть в этот вечер. Готовился, конечно, очень сильно, ответственно. И, конечно, были какие-то волнительные моменты, но я старался получать удовольствие, жить здесь, проживать свою роль, показывать какие-то виртуозности, но это уже мелочи. Ну, как-то так, не знаю. Честно, получил удовольствие. И надеюсь, что зрители тоже. И для меня это важно, чтобы они тоже были как бы на взлете. Душевном, эмоциональном, любовном и так далее. Ну а разве можно отделить личное и творческое у влюбленных всех времен? Да и нужно ли? Влад – самый лучший партнер для меня. И в нем... У меня были прекрасные, мне всю жизнь везло на партнеров. У меня был партнер в этом спектакле Сергей Филин, с которым мы блистательно это танцевали. Водил меня Дмитрий Белоголовцев, в руках которого я чувствовала себя легкой пушинкой и не боялась сделать ничего. Я танцевала этот спектакль с Юрием Клевцовым, прекрасным Базилием, с которым у нас были прекрасные спектакли. И... Но Влад, вот, он самый любимый. Он сочетает в себе всех этих партнеров, все качества, которые вот я его чувствую. Я чувствую его дыхание, я чувствую, где ему помочь, я чувствую, как он мне помогает. Но это какие-то наши такие внутренние, но все это играет все равно на спектакль. Наверное, «Дон Кихот» – самая необычная премьера большого. И вроде бы премьера, но еще больше – возвращение к тому, что любимо. Вы знаете, новизна спектакля заключается в том, что он сам по себе вечен. Он всегда радостен, он всегда праздничный. И это как бы, в общем, мне кажется, получилось. И вновь этот удивительный праздник танца на исторической сцене с возвращением домой.